Такой вот резонатор получился. Все работает неправильно. На 4000 подхват. А наверху уже получается обратно выплевывает сжатую смесь из цилиндра. Видимо, так. То есть на высоких он работает нестабильно, с какими-то чепыханиями, в общем, с какими-то дерганиями. На низах, вот на 4000 он, на 5 мощно прет. Сейчас вот я включу регистратор, попробую заснять видео, ну и на телефонный поставлю GPS-навигатор. То есть там скоростей не будет. Будет такие посредственные скорости.